Макс F, 3 часа назад. Получается, что хурма, которую вы сейчас едите, приводит к разадаптации организма к тем продуктам, которые растут в вашем регионе. Должен ответить, что в некоторой степени да. Да. Добра. Покажите комплекс упражнений, чтобы сесть в лотос, и разминка нужна? Нет, конечно, нужна. Потому что в интернете много видео, и там делают минимум час в день. Я делал много месяцев, но все равно стояла на месте. А если по-вашему 15 минут утром и вечером, это очень удобно, чтобы довести дело до конца. Да, я покажу сейчас вот это, закончу отвечать на вопросы. И покажу. Не знаете, что особенно вот на быстроту сказывается? Это то, что я голодал. Вот когда голодаете, знаете, ну мышцы, связки делаются более такие вот, ну что ли сказать, растянутые, гибкие. Вот это вот, можно сказать, секрет. Не только в том, чтобы тянуть все это с помощью гимнастики, а именно вот в голоде. То есть я никогда не пробовал сесть в закрытый лотос, а получается, знаете, вот я когда начал голодать, так, оно само как-то это, руки пошли, плечи распустились, и я без особых специальных растяжек я сел в закрытый лотос. То есть я специально плечи как-то особо не растягивал, так чтобы, знаете, уж по часу, о, да за час тут такое сделаешь.